Вот это высокочастотные точечные диоды. Они служат для того, чтобы можно было делать детекторные приемники или детектировать высокочастотные сигналы. Такие диоды, видно, что они состоят из стеклянной трубочки, в которой находится подложка с кристаллом, и в нее упирается такая иголочка-пружиночка со специальной легирующей добавкой, образуется ПН-переход. Такие высокочастотные диоды применялись раньше и в детекторных, и в приемниках прямого усиления. В общем, они служат для выпрямления радиочастот. Диоды маломощные, поэтому нельзя на них подавать очень сильный сигнал, они сгорят. Если просто так такой диод подключить к батарейке и к лампочке, то он может просто перегореть. Его маленький кристалл и маленькая проволочка не выдерживают больших токов. А вот в детекторном приемнике сигналы слабенькие, и поэтому такой диод хорошо их детектирует.